Отлично. А чем понравился? Ну, прекрасный спектакль, классика, прекрасная игра. Вполне неплохо. А чем понравился спектакль? Ну, вы знаете, развязка очень интересная. Да. Ну, мы просто, так как эстеты немножко избалованы, очень часто ходим на всякие представления, поэтому... Ну, не могу сказать, что плохо. Если было бы плохо, я бы встала и ушла. Мне очень понравилось. А чем понравился спектакль? Как это сказать? В общем, необычное прочтение. Очень здорово. И игра актеров, конечно, потрясающая. Всё. Очень понравилось. А чем понравился спектакль? Ну, во-первых, актеры очень хорошие. Так что все было замечательно. Неоднозначно. А почему, скажите? А кто вы? Это для зрителей. Билетторг. Сайт. Давайте я не... Вообще, восторг. А чем понравился спектакль? Вообще в целом понравился. Обалденно, конечно. Даже не ожидали. Здорово. А чем понравился? Чем понравилось? Да. Всем понравилось. Игра актера просто сама постановка, все здорово. Там за территорией. Спасибо. Спасибо. А чем понравился? Я не знаю, заставлять задуматься. А вас? Необычный такой спектакль. Мне понравилось. Прекрасная. А чем понравился спектакль? Всем. Спектакль поставлю. Прекрасная игра, чудесная. А чем понравился спектакль? Вы знаете, все продумано. Ой! Впечатление? От театра или от спектакля? От спектакля. От спектакля? Ну, на самом деле, нам очень понравилось все. Особенно, лично мне понравился Страхов. Вот. В этом театре я была первый раз. И если говорить о первом впечатлении, то оно было замечательное. А у вас как? Мы в последнее время очень много посещаем театр. Но здесь действительно тоже первый раз. Спектакль великолепный, спектакль понравился очень. Понравились декорации, сценография, актеры замечательные. То есть только слова благодарности и восхищения. Отличный. А чем театр понравился? Отличный. Состав очень хороший. И произведение Чехов слов нет. Спасибо. Какие у вас впечатления? Приятные впечатления. А чем понравился спектакль? Сложный спектакль, достаточно интересный. Прошел актер играли. Замечательные. А чем спектакль понравился? Всем понравился, все. Особенно Данила Страхова. Вообще артист замечательный, прекрасный артист. Вообще хорошо играет по сериалу, по всему. Очень приятно было. Ты куда приехал? На Рублевку? Самое наилучшее. А чем понравился спектакль? Всем. И актеры прекрасно играли, и вообще все мне понравилось. И сам театр, я первый раз в нем, и театр просто сногсшибающий. Мне все понравилось. А чем понравилось? И голоса хорошие, и декорации, но, а музыка тоже, естественно.